Всем привет! А вы знаете, чем отличаются квадроберы от фури? Квадроберы ходят на четвереньках, там, ползают, прыгают, там, рычат, издают звуки всякие животные. Ну, я такой существую, да, возможно, что еще кусаются, там. Короче, тут все, как животные подобают. Вот. А фури, они наоборот ведут себя как люди. Вот, разговаривают. Одежда, обувь там. Вот. Ну, если по обуви, то у них лапки. И нужно по-другому обувь как-то делать, да? Вот отличие. Вот. От обуви есть. Ну да, когти есть тоже. Острые когти. Не человеческие, острые. Такие когти. Вот. Фури — это совсем другая сторона. Фури — и вот там где-то квадроберы. Вот, я еще не упоминаю терьеров. Еще больше ведут себя как животные. Ой. Это вообще звездец. Мы не ведем себя как животные. Может, кто-то там, типа, издает какие-нибудь звуки. Нет, это чуждо, я говорю Васюте. Не веду себя как животное. А кто-то ведет себя как животное. Ну, не знаю. Мне это не очень нравится. Ну, я так не делаю. Ой. А еще насчет квадроберов, там, терьеров всяких. Благодаря им чуть фури не запретили. А если фури бы запретили, это было просто вот, я не знаю, просто какой-то конец жизни, если честно. Потому что я этим занимаюсь очень давно. Больше 10 лет, если чё. Если чё. Да-да. Первый форсюд был у меня лет 10 назад, как еще за партию можно было заплатить с тапками. 28 тысяч. Да, кошка подтверждает. Да, были времена. И да, мой первый сюд у меня еще живой. Он просто переделан чутка. Да, кошка. Это моя кошка, вы ее все видели. Или нет. Приходите в шорты, смотрите, лайкайте, комментите туда-сюда. Вот. Всех жду. Пока.